Центр духовного возрождения построили на левобережье Кызылорды в рамках программы «Рухани Жангыру». Всего же в области под эгидой программы реализовано 79 проектов и организовано свыше 600 различных мероприятий. Об этом рассказал аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, выступая на площадке СЦК. Он отметил, что параллельно в регионе идет работа по научному сопровождению «Рухани Жангыру» и ее преемственности современному поколению кызылординцев. Так, в университете имени Коркыт-Ата открыта кафедра «Рухани Жангыру». В учебной программе студентов появились новые дисциплины, как национальная идея Мангелик-Ель и национальные традиции и основы современной цивилизации. Кроме того, к изданию готовится учебник по краеведению на казахском языке для учащихся среднеспециальных учебных заведений. По словам акима области, регион не может конкурировать с Карагандой и Павлодаром, например, в показателях роста промышленности, но у области есть все шансы развивать проекты по духовному возрождению общества. Кызылординская область издревле была своеобразным центром реабилитации нации, куда воины возвращались после сражений, чтобы восстановить силы. Наш регион имеет глубокие корни песенного и поэтического искусства. У нас есть все шансы стать ньюсмейкерами и основоположниками многих духовных проектов.